два года здесь не были. Соскучились. Так что нагоняем упущенное. Разогреваем мышцы. Так вот. После работы на спорт. Тоже прикольно. Немного меньше народу. Спокойно. Ну вот после работы еще и фитнес, точнее спортзал. Два года. Уже прям соскучился реально. Два года не были в спортзале. Ну, надо теперь наверстывать упущенное. Ну что поделаешь, не всегда-то получается. Не пикай, сейчас пристегнусь, господи. Ну вот. Как-то вот так. А кстати, ну, почему в такое позднее время суток, если кто-то вопросом задается, но очень удобно после работы, в принципе, удобно тем, то, что народу намного меньше. Спокойней, тебе много всего в свободном доступе, без того, что тебе нужно как-то ждать, в плане того, что пока освободится тот или иной тренажер. Пришел спокойненько, начал заниматься. То есть я вот сейчас после работы сколько? Полтора часа позанимался. Ну, после двух лет это уже прям нормально, после такой паузы. Надо теперь потихоньку входить в колею, но сейчас, эту неделю еще я смогу этим заниматься после работы. На следующей неделе у меня после работы будет работа, так что сейчас просто так для разогревочки так пару дней поездим. Не было там 30 видосов в день, это будет уже утром. А так, конечно же, реально, вот кто... Хочу вам сказать, кто уже был когда-то в зале и не может как-то по каким-то причинам пойти туда, это, конечно, я думаю, понимает меня, но то, что знает, как это клево все-таки вот этот вот почувствовать опять. И прям реально вот после работы вот такая усталость, ты уже все, ты никакой, но позанимавшись в зале, опять у меня батарейка зарядилась, реально есть энергия на еще какие-то другие дела. И это очень хорошо. Я это заметил после того, как вот это началось все с ковидом. Вот эта вся тема. То есть, когда до того дошло, то что все, закрыли спортзалы, потом открыли их на пару часов, потом открыли теперь надо ходить в масках. В маске заниматься, я сказал, нет, это вообще никак. Потом уже ходили от одного тренажера к другому в маске, потом сидели без маски на тренажере. Нет. И вот спустя два года, аллилуйя, все вроде бы как расфасовали, вроде бы все нормально, дезинфицировать тренажер, но это единственное было как бы сейчас требование от тебя, то есть все чистенько и классно обновили, кстати, спортзал. Сейчас, ну, все-таки для позднего времени суток было очень много людей, что меня удивило, прям реально удивило. Обычно в это время, зимой, когда я занимался, в 2019 году, вообще было 4 человека и все. А сегодня прям я тебе дам, я прям сам обалдеть как удивлен, но это, как обычно, объясняется все очень простой причиной, потому что скоро будет вот этот вот отпуск, да, и сейчас все перед отпуском своим качают фигуру.
и это было тогда, и это есть и сейчас. Я помню, раньше тоже удивлялся такой, приходил к тренеру, говорю, ну, когда мне еще тренер показывал все вот эти вот тренажеры, он такой, говорит, сейчас, говорит, отпуск закончится, и все. И весь этот ажиотаж упадет, и все будет спокойнее. Так оно и вышло. То есть буквально такие вот летние каникулы проходят, неделька-две, и все. И потом голяк. То есть потом месяц-два так спал ажиотаж. В начале года, январь, первый месяц, прям падки, как пчелы на мед. Потому что много кому подарили абонемент на год. То есть чтобы они что-то предпринимали, начинали заниматься спортом. И даже это не помогает. То есть были случаи, я спрашивал, что реально был абонемент проплачен на весь год вперед, и человек ни раз не пришел в спортзал. Ну, мне очень тяжело, конечно, если честно, самому вот это вот себя передавить, опять начать это, да. Но покрутив 20 минут педали на велосипеде, чуть-чуть все, начинает все опять разогреваться, и все потихоньку, потом сразу же все нормально. Поначалу, уже пару раз такой, надо, не надо. Я еще неделю назад приезжал, там какой-то праздник был, закрыли, блин, я не мог добраться до фитнес-студио, подъехать не мог. Сейчас вроде бы все нормально, и вот я все, после работы прям поехал сегодня, специально легкие вещи кушал. Чувствую себя прям обалденно. Вот, то есть обычно я в это время домой приезжаю, все, сил нет. Сейчас, конечно же, я тоже, как сказать, по-другому совсем. Энергия, все абсолютно по-другому. Так что такие вот дела. Шорт про это уже был, но теперь уже чуть больше рассказал. Начал опять. Надеюсь, что все будет супер. То есть смогу заниматься этим дальше больше. Прям реально аж желание как никогда. То есть я тогда начал заниматься сильно, и все, говорит, удивились, насколько мне хватит. И мне реально, если бы не ковид, я бы не перестал бы заниматься, и у меня бы лицо, наверное, не было таким круглым, потому что, в принципе, я сжигал калории свои еще после работы, то есть на работе, после работы еще в спортзале, и это круто, это вот то, что надо, в принципе. И совсем по-другому вот эта энергия, как-то вот все клево так. Вот, если честно, вот нехватка спортзала привела к тому, что я просто стал тупо ленивый. И это все. То есть ленивый прям, можно подчеркнуть, это реально такая есть фигня. То есть если что-нибудь поделаешь, ой, все, устал. Хотя на самом деле надо самому себе пинка дать и давай. А так круто, стартанули, я рад. Сейчас в этой неделе надо еще несколько раз посетить. Если еще 3 раза успею за эту неделю, а то и 4, это будет вообще вот. Так что постараемся. Так вот, в темное время суток, тут еще подсветочка. Об этом скоро вы увидите тоже. Вот на улице все, уже ничего нету. Там чуть-чуть видно. Доброе утро. Вот такое утро. Сейчас кое-что сделаем тут на автомобиле и на работу. Вот так вот. Кто там говорил, что утро начинается с кофе?